Всем приветики, вы на канале Снаил Свою, и в этом видео расскажу вам про террариумы для улиток, где их лучше купить, какой лучше использовать и так далее. А также небольшой спойлер, следующее видео будет про вентиляцию, и чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и приятного просмотра. И для начала давайте определим, какой же террариум использовать удобнее, лучше и бюджетнее. Пластиковый контейнер или же стеклянный террариум. Стеклянный террариум тяжело мыть, он дорого стоит, и в большинстве случаев он вертикального типа. Из плюсов только он эстетичный, красивенький, стеклянный. Пластиковый контейнер. Конечно, не такой красивый, как террариум, да. Но пластиковый контейнер бывает любого литража, бюджетные, если сравнивать с террариумами. Также они бывают разного типа, вертикального и горизонтального, большой литраж, и их удобно генералить. В общем, как вы уже могли заметить, мне больше нравятся пластиковые контейнеры, потому что они лучше, бюджетнее и удобнее. И сейчас расскажу, где их лучше купить и как их выбрать, чтобы они подходили для улиток. И сразу скажу, в зоомагазинах для улиток ничего не покупайте, потому что, ну, там нет действительно чего-то хорошего и полезного для них. И контейнер в зоомагазине тоже не нужно покупать, потому что там или стеклянные террариумы для рептилий, или вот такие вот пластиковые с вентиляцией в крышке. Такие для улиток не подходят вообще. В общем, контейнеры я советую приобретать в строительных или в хозяйственных магазинах. Там большой выбор, и такие более вертикальные для древесников, и горизонтальные для всех остальных видов улиток. И когда будете выбирать контейнер, переверните его, и на дне будут нарисованы такие значки. Это значит, что контейнер из хорошего качественного пластика, и улиткам в этом контейнере жить можно, то есть с ними все будет хорошо. И вот такое видео получилось. Надеюсь, я ничего не забыла рассказать про террариумы и контейнеры, но если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно всем отвечу. И также подписывайтесь на мой канал, потому что тут много интересных и полезных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем хорошего настроения, больших улиточек, и всем пока-пока!